Это все остров. Не надо откидывать таз, как многие делают. Ну, тут ноги. Человек начинает откидывать таз, к нему здесь прижимаются, поднимаются, оно его бросает. Значит, вам входят в ноги, ваша задача встретить его в грудью, откинуть свои ноги. Как можно дальше. Да? Даже в вольной борьбе делал такое специальное упражнение. Постоянно они передвигаются, откидывают свои ноги. То же самое здесь. Вот человек отдал ноги, вы просто их откидываете. Давайте. Значит, сейчас тот, кто идет в ноги, ему нужно действительно стараться их поймать. Даже девочка освободит, я думаю. Другой. То же самое, допустим, может захват быть. А вот так вот вас поймали, да? Значит, все равно вы руку выкручиваете в сторону большого пальца, да? Так. Давайте кто-нибудь. Обдержу. Подпишем. У нас еще неделя. Можно что-нибудь замочить. Да. Хорошо. Давайте попробуем. Что мы делаем? Мы хватаем его также за одежду, натягиваем ее. Дальше что я делаю? Я обычно рука эта согнута. Я ее шагом назад распрямляю. Дальше я одной рукой дергаю от себя, другой к себе. Ушли на дистанцию. Так же, натянули, оторвали, отпустили. Дай, попробуем.